Какое же удовольствие наблюдать за тем, как твоя маленькая принцесса пытается тебе подражать и быть во всем на тебя похожей. Иногда это забавно, порой весьма изящно, но всегда невероятно трогательно. И в такие моменты как-то особенно хочется быть хорошим примером. Важно иногда как будто бы меняться местами, учиться брать пример со своего ребенка, и если это у тебя получается, то все вокруг мгновенно становится ярче. И чем бы мы ни занимались, хоть бы и просто дурачились, если мы делаем это вместе, это становится самым важным и самым интересным на свете.